Ну вот сегодня такая мысль, значит, сколько эффективных недель вообще за всю жизнь человек работает? Когда-нибудь задумывался? Я вот посчитал, всего 2780 недель. 2780 недель мы можем что-то делать эффективно. При этом я взял за цифру 90 лет. То есть представьте, ты проживешь 90 лет. Ты родился в 1970 году, умрешь в 2060 году, то есть проживешь 90 лет. Что на сегодняшний день, конечно, это во многих странах нереально. Ну и даже в Германии большинство людей живут 70-80 лет только. А те, кто является рабами своих привычек плохих, курят, пьют и многое другое делают, может быть, неправильно питаются, они живут всего 60-50 лет. Да, то есть количество раковых заболеваний, заболеваний сердца каждый год увеличивается с каждым годом. Итак, возьмем, например, 70 лет. 70 лет – это тоже прекрасный возраст. Но мы делаем все вычисления из 90 лет. Итак, 90 лет мы умножаем на 365 дней в году. У нас получается 32850 дней. Да, то есть 32850 дней живем. Отнимем 3650 дней, то есть это 10 лет, которые мы можем и не прожить, потому что 90 не каждый живет, если 80, значит отнимаем 3650, или же вообще 3010 лет, это первые 4 года, когда человек родился, и последние там 6 лет перед смертью, они не очень-то эффективны, потому что, ну, сами понимаете, что уже и в возрасте человек не может так работать. Значит, что получается у нас? 32850. Минус 3650, получается 29200. 29200 дней, из которых мы каждый день спим, да? 8 часов в день мы спим, может быть больше у кого. То есть 1/3 часть мы можем спокойно выбросить. Получается, остается 19466 дней. Значит, 19466 дней, это меньше, чем 3000 недель. Это всего лишь навсего 2780 недель. 2780 недель. При условии, что человек живет 90 лет. А если намного меньше, то это всего 2000 недель. Значит, в твоем распоряжении, и в моем тоже, всего 2000 недель. Итак, спроси себя, как прошла эта неделя? Задумайся, а как прошла у меня эта неделя?